Всем привет, с вами Полина Холод. Сегодня я бы хотела вам рассказать и показать обзор на очень красивую куколку Твилу из коллекции Призрачно. Как вы видите, она уже перед вами стоит. Вот коробочка рядышком. Вот такая вот. Она узкая, то есть, ну, небольшая такая коробочка. Вот. А куколка у меня, она настоящая. Я ее покупала в магазине Кораблик. Я даже не бывает забываю вам рассказать коллекцию, какую куклу я себе показываю обзор, потому что, ну, как бы я вообще почти все куклы покупаю в кораблике, и из-за этого, как бы, говорить это уже все равно поднадоедает. Вот, но эту куколку я там же купила, она стояла единственная из этой коллекции, то есть больше никого не было, кроме нее, как я помню, но уже была из другой коллекции. Вообще, почему-то эту коллекцию Haunted называют, хотя на коробочке написано Призрачно. Вот, надеюсь, не знаю, вам, конечно, будет не видно, но вот здесь вот написано Призрачно. Почему, я не знаю, но называют эту коллекцию Haunted, а вот другую коллекцию уже Призрачно, где вот эти девочки только, ну, вернее, не эти девочки, а другие уже новые персонажи. Вот, там уже были длинные коробки, я вам обзор сделаю на куколку, вернее, на канал выложу, тоже, вообще там написано Haunted уже на коробочке, здесь Призрачно, некоторые показывают обзоры на Твилу, там написано Haunted, тоже место Призрачно, и вообще, то есть, все запутано так, я даже не знаю, как правильно эту коллекцию назвать. У меня на коробке написано Призрачно, я буду называть Призрачно, вот, то есть, на той коробке Haunted, там будет Haunted, то есть, вот так вот. В принципе, начнем, наверное, с коробочки, потому что коробка много времени не занимает. Вот такая небольшая, как я говорю, коробочка, вот, то есть, здесь. У кого ее нету, я вам ее просто советую купить. Она очень красивая кукла. Мне она лично понравилась. С ней не только входила вот эту коллекцию Призрачно, не только Твила. Там была еще Клодин, Дракулаура, Спектра и Рошель. Но Рошель почему-то входила в коллекцию Haunted. То есть, где большие коробочки длинные. Конечно, я не знаю почему. Вот, но мне кажется, вообще глупо сделали так. Вообще, по-честному, там длинные коробки у коллекции Haunted, а здесь узкие коробки. И вообще, лучше, как бы, Рошель она в узкой коробке, ее и должны были сделать в коллекцию именно с Твилой и с другими девчонками. Но почему-то так вот именно решил Mattel, то есть производитель. Ну, не знаю. Как бы мне лично все равно, вот, из какой будет коллекции, какая кукла, я имею в виду, где она будет именно, потому что не везде есть такие куклы, например, даже из коллекции «Страх, камера, мотор» взять. Там есть узкие коробки, как у Твилы, есть длинные коробки, например, взять из длинной коробки «Виперин». Вот, у нее длинная коробка, и две именно идет одна коллекция «Страх, камера, мотор», но идет как бы два образца коробок, и куклы тоже разные, естественно. То есть, ну, не знаю, вот почему-то так вот производитель решил Рошель запихнуть в другую коллекцию. Вот, ну что ж, давайте начнем. Опять коробочки начала говорить, не так уже зашла в другую сторону. Вот, ну и давайте начнем. Опять заела. Вот, значит, кто смотрел этот мультик, тот уже, наверное, знает, то есть, что вообще, какая это куколка, что с ней входит и все остальное. То есть, ну, я имею в виду, как вот платье там, какое у нее и все такое. То есть, на кукле то же самое, как и в мультике будет, соответственно. Мультик уже вышел в 2015 году. Он вышел, и здесь, как я говорю, идет Спектра, Дракулаура, Клодин и я забыл ее. Мне так вот именно что-то как-то забылось у меня. Вандала, да, все правильно. Вот. То есть, вот Вандала, она входит в коллекцию Haunted. То есть там большие коробочки, длинные. Ну а все остальные, как Спектра, Дракулаура и Клодин, они входят в такие маленькие коробочки. Если я не ошибаюсь, то Спектра тоже в такие маленькие входят, потому что лично я в магазине ее не видела в кораблике. Видела только Дракулауру, Клодин, Твилу и вот именно Вандалу, потом других девчонок, которые тоже вместе с ней.
То есть, ну, как-то, не знаю. Вот так вот. Значит, опять коробочку поставил. Что такое-то? Значит, здесь можно увидеть, значит, это DVD-диск, как я уже сказала. Вышел он в 2015 году, по-моему, в мае. Лично мне мультик понравился. Вот, он очень интересный. Все было красиво, замечательно, вот, то есть даже если сравнить другие мультики, в принципе, я некоторые мультики, например, если я, конечно, я не помню, как называется этот мультик, там вот с Хэллоуином связано, я не знаю почему, но я его, наверное, уже пересмотрела 5 раз, правда, 5 раз, я его пересмотрела, мне он очень нравится, из мультиков Monster High, лично мне нравится именно вот этот мультик, где Хэллоуин был, все. Другие мультики я могу посмотреть лично там 2 или 1 раз, как, например, вот именно призрачный мультик, вот этот вот призрачный, все, вот именно 1 раз. Другие я могу смотреть и по 5 раз, и по 6 раз, как мне вот именно моей душе будет угодно. Вот. Ну, здесь вот я посмотрела 1 раз, мне достаточно было понять, что в этот мультик входит. Конечно, не всех я персонажей запомнила, но лично мультик интересный. Я вам советую его посмотреть, кто не смотрел. Здесь, значит, герб Monster High, здесь надпись Monster High. Значит, коробка из пластика, здесь пластик. Потом, значит, здесь, как вы видите, такая вот твила из картонки. Вот она, вот как она была в мультике, так и здесь вот она выглядит. Здесь написано «Твилан», здесь, значит, написано «Призрачно», как я уже говорю. Здесь вот почему-то «Призрачно» написали, а не «Хаунтед», как у некоторых. Вот. Других именно вот эта вот куколка, а вот просто вот коробка немного по-другому сделана. Здесь, значит, герб «Монстр Хай», значит, другая сторона идет зад. Сзади мы уже видим то, что здесь сама такая коробочка, здесь почти в полный рост Твила. Вот здесь написано Твила, дочь Бугимена она. Здесь вот все написано на разных языках, так же как и коллекция Призрачна, она тоже там же много написано на разных языках, эта коллекция. Вот сейчас переверну. Вот также здесь написано то же самое, как и там, не надо было переворачивать. Такая вот табличка, здесь написано все призрачное, все такое. Потом здесь, значит, тоже, сейчас я посмотрю, здесь просто беленько вот эта штучка задевает. Из монстров в призраке написано. Вот. Потом здесь такая вот бумажечка, это была уже именно на самой коробочке из магазина. Здесь написано «Изготовлено в Китае». У меня кукла из Китая. Что я заметила, когда смотрела обзоры других блогеров на эту куклу? Они рассказывали то, что у них немного по-другому выполнена коробка, и они рассказывали то, что сделана кукла их в Китае. У меня тоже она сделана в Китае, и, как я уже вам показала, у некоторых сделана в других странах. И, как я говорю, то, что я смотрела, у некоторых написано не здесь вот не призрачно, а Haunted коллекция. Вот почему меня вообще это смутило, конечно, очень, потому что, ну, вообще странно. Китай, из Китая у меня много достаточно кукол, вот именно в коллекции Monster High. А также у меня есть и русские, есть и другие страны тоже, но коробки, они ничем не отличаются. То есть, если я посмотрю других блогеров эту же куклу, у них будет такая же коробка, и она ничем не будет отличаться. Русская ли она, китайская, все равно как бы одно и то же. Здесь почему-то вот... немного по-другому выполнено все. Кстати, я, по-моему, не говорила, здесь такая вот цепочка идет на коробочке. Вот здесь вот видно цепочка. Вот, да, ну давайте дальше я начну рассказывать. Вот, также здесь она изготовлена у меня, дата изготовления 11.12.2014 года. Потом здесь немного рассказывается о мультике. Вот, на разных языках. Русский я что-то... А, вот, нашла русский. Но я не буду читать, посмотрите сами. Значит, здесь официальный сайт Monster High. Я всегда его выкладываю в описаниях под видео. Также Monster High. Здесь вот производитель. Вот, ну и, в принципе, все. Внутри, кстати, это коробочки, если можно заметить, то если вы посмотрите мультик, то там вторая школа, где девчонки туда попали. То есть, это вот школа там внутри на коробочке.